Давление слишком низкое. Нужно отыскать способ открыть воздухопровод. Стакан бы... Этого у меня достаточно. Этого у меня достаточно. Удивительно! В слабом лунном тяготении моя гибридная виноградная лоза растет прямо на глазах. Эта лоза очень практичная вещь. С ее помощью я могу преодолеть разрушенную часть лестницы. Это топливопровод. Это топливный бак. Мне нужно заткнуть отверстие в этой трубе. Thank you.
Ты хочешь продать этот предмет? 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 Ты хочешь продать этот... Я в камере сгорания космической пушки. Пушка направлена в сторону Земли, то, что нужно для обратного путешествия.
чтобы у меня... Кажется, этот жук обладает обширными познаниями, если только он не несет чушь, пытаясь меня запутать. Похоже на предохранительный клапан. Застряла. Предохранительные клапаны застряли и больше не открываются автоматически. Если я хочу сбросить давление, мне придется открывать их вручную. Но смогу ли я сделать это и не обжечься? Машину нужно смазать. Beep, 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 beep
Этого у меня... Мне нравится последний ингредиент, но я не знаю, как отреагируют на него селениты. Этого у меня достаточно. Thank you.
You
Мне нужен ключ, соответствующий моим способностям. Его вездесущность, верховный правитель, подарит тебе несколько минут своего времени. Только он имеет право выдавать ключи выше первого уровня. Когда ты предстанешь перед ним, постарайся вести себя как цивилизованное существо. Его Величество моргнул своими аматидиями. В соответствии с этикетом, мы должны зажечь доли своего головного мозга. Делай, как я, землянин. Быстрее, делай, как я, или тебя примут за неотесанного невежу. Но для меня это физически невозможно. Возьми ключ, который дарует тебе верховный правитель. Этот ключ даст тебе много возможностей, но не забывай, что невежда подвергает себя большой опасности, когда ставит эксперименты, выходящие за пределы его понимания. Я не могу пройти. Отверстие слишком маленькое.
Осторожнее. Стакан воды – лучшее средство, чтобы прочистить желудок. Это неподходящая емкость. Этого у меня достаточно.
Этого у меня достаточно. Сейчас не время. Ты хочешь продать этот предмет?
Оказавшись на пути луча, идущего с потолка, Мишель Ардан уменьшается, пока не становится размером с крошечную арку, которая ведет в соседнюю комнату. Это явление длится недолго. Оказавшись в зале древних секретов, Ардан снова возвращается к нормальным размерам. Я знаю, каким образом древние селениты попадали в эту комнату. Они проводили ритуал. Тот, кто ищет великое знание, должен помнить, каково быть ничтожным. Этот предмет в слишком плохом состоянии. Этот предмет в слишком плохом состоянии. Этот предмет в слишком плохом состоянии. Этот предмет... Застряло. Нужен жир или масло? Машину нужно смазать. Скопируем эту надпись.
Thank you.
Я чувствую себя очень легким. Это не слабое лунное притяжение. К нему я уже привык. Это что-то еще. Этого у меня достаточно. Ты хочешь продать этот предмет? Ты хочешь продать? Ты хочешь продать? Ты хочешь продать? Ты хочешь продать? Ты хочешь продать этот? Ты хочешь? Такие ключи священные для моего народа. Их не покупают и не продают. Их нужно заслужить. Ты хочешь продать? Ты хочешь продать? Ты хочешь?
Этого у меня даст... Я чувствую себя... Я чувствую себя превосходно! Гриб взорвался внутри герметично закрытого шара. Я смогу собрать споры.
Выпив этот напиток, я легко смогу поймать эти грибы. Взрывчатка на месте. Вот мой план возвращения на Землю. Передвинуть мой снаряд к космической пушке, зарядить пушку взрывчаткой, прикрыть иллюминатор на корме с помощью прикрепленного болтами экрана, найти вещество, способное производить кислород, добыть калий для очистки воздуха в снаряде, поджечь взрывчатку. Ты хочешь продать этот предмет? Thank you.
Ну что, друг мой петух, ты рад, что мы долетели до Луны? Жар растопил краску. Я должен использовать ее, пока она снова не затвердела. Мишель Ардан покрывает снаряд слоем краски Клипсо, чтобы уменьшить его вес. Этот камень заблокирован. Мишель Ардан убирает камень, мешающий снаряду упасть с обрыва. Облегченный благодаря краске Клипса снаряд скорее скользит, чем падает на дно грота, соединенного с подземельями селенитов. Отлично! Существо успокоится. Этого у меня достаточно. Машину нужно смазать.
Давление слишком низкое. Нужно отыскать способ открыть воздухопровод. Давление нужно отыскать. Я чувствую себя странно. Но надо же!
Давле нужно. Этого у меня достаточно. Неплохо.